На торжественную регистрацию брака приглашается Егор Олегович Яковлев. Ваши аплодисменты! Надолго оставлять его в одиночестве. Он, конечно же, в предвкушении увидеть свою любимую и ненаглядную. Именно поэтому на торжественную регистрацию брака приглашается самая красивая и самая счастливая девушка на свете — Анастасия Павловна Кубелева. Дорогие друзья, сегодня, 27 июля 2018 года, регистрируется брак Егора Олеговича и Анастасии Павловны. Давайте поддержим наших молодых аплодисментами. Сколько позитивных эмоций и улыбок сегодня в вашу честь. Сегодня прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни, которого, да, и вы, и мы, что скрывать, ждали с большим нетерпением. Егор, Анастасия, у меня вопросы к вам. Егор, обещаешь любить и оберегать Анастасию? Да, обещаю. Друзья, давайте поддержите аплодисменты. Очень волнительно. Настенька, обещаешь ли понимать и уважать Егора? Да, обещаю. Ну и самое главное, Егор, будешь ли ты помогать и верить Насте? Да, буду. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Обменявшись клятвами, вы объявили о своем твердом намерении жить вместе в любви и согласии на протяжении всех дней, подаренных вам судьбой. Говорят, что у каждого человека на земле есть вторая половинка. Но как в этом огромном мире отыскать человека, который будет верить тебе, понимать тебя, принимать твои недостатки и искренне восхищаться твоими достоинствами? Вы, счастливые люди, нашли друг друга. Семья – это союз любящих и, конечно же, добровольных сердец. И прежде чем зарегистрировать ваш брак, я просто обязана спросить в присутствии ваших родных и близких, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним, и самое главное, хорошо обдуманным. Прошу ответить вас, Егор. Да, является. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Ваш ответ, Анастасия. Да, является. Они сказали да. Давайте поддержим аплодисментами. С вашего взаимного согласия, по доброй воле и в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак регистрируется. Я прошу подойти вас к регистрационному столику и оставить подписи на нашем государственном бланке под аплодисменты наших гостей. Существует очень много свадебных традиций. Одна из них в день свадьбы – обмениваться кольцами, обручальными кольцами. Я приглашаю прямо сейчас вас соблюсти эту традицию. Егор, я прошу вас взять это маленькое колечко и надеть на безымянный палец правой руки вашей возлюбленной. Под аплодисменты наших гостей. Громче, 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 громче! Анастасия, вы, прошу вас взять это колечко и надеть на безымянный палец правой руки вашего возлюбленного. Уважаемые новобрачные, с полным соответствием с российским законодательством ваш брак зарегистрирован. И я торжественно объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. Ну что же, уважаемые молодожены, сегодня вам вручается ваш первый семейный документ, свидетельство о заключении брака. И я вручаю его, конечно же, Егору, как мужу и главе семьи. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Конечно
конечно, мы желаем нашим молодым очень много счастья, любви. Об этом мы скажем чуть позже. Но пока мы готовы наслаждаться их красотой и объявляем первый танец молодых. Вот я стою весь такой на полном фарше. На мне костюм, и я знаю, что будет дальше. Сотни слов, каждый год за наше счастье. Подними тост, затем тост, затем тост, затем тост, затем. Добро пожаловать на мою твою, нашу свадьбу. Здесь все только близкие, только родные друзья, здрасте. Добро пожаловать на мою твою, нашу свадьбу. Ты та, про которую я готов кричать, baby love. Стоишь вся такая в белом платье. Ты моя жизнь, и еще скажу я кстати, что скучать не придется нам уж точно. У нас будет сын, потом дочь, потом сын, потом дочь, потом. Уважаемые гости, я вижу ваше активное желание, конечно же, скорее целовать и обнимать наших молодых. И прямо сейчас я приглашаю вот сюда встать любимых родителей наших молодых. Ваши дети приняли очень важное решение. И прямо сейчас мы приглашаем вас первыми поздравить своих любимых детей. Любимым родителям они могут присаживаться на свои места. Дорогие друзья, ни в коем случае мы про вас не забываем. Молодожены тоже в нетерпении принимать ваши поздравления. И забегая немножко вперед, прямо сейчас молодожены готовы принимать и цветы, и подарки. Если вы не волнуетесь как-то и не хотите поздравлять потом на банкетной части, прямо сейчас вы можете поцеловать, обнять и подарить подарочек. Если вы приготовили шикарное поздравление, конечно, мы будем ждать вас далее наверху с вашим поздравлением. Ну что же, уважаемые гости, я приглашаю вас выстроиться вот здесь, красиво, в одну колонну, поздравлять, целовать и обнимать молодых. Ждем вас!
got arrows. Am I shooting through the sky for you still? Yeah.